Иван, вы иллюзионист? Я иллюзионист. Иван, скажите, а иллюзионисты обижаются, когда их называют фокусниками? Немножко, потому что иллюзионист, немножко он повыше статусом, чем фокусник. Иван, но вы же не обманываете людей, правда? Я обманываю в некотором роде. Но это счастливый обман? Это очень счастливый обман. Вот даже, кстати, могу сейчас вас осчастливить немножко. Показать вам фокус. Давайте. Вот смотрите, вот это называется абракадабра, это раз. Вот, это обязательное условие, потому что вот это вот, это называется мэджик. Вот, а второе, это купюра. Вот, она у меня в руках находится. Итак, я закатаю вот на ваших глазах рукава. Видите, у меня все руки пустые, да? Все честно? У вас левая рука трясется? У меня трясется от того, что купюра немножко тяжеловатая. Вот. Хорошо, верю. Верите, да? Вот смотрите, видите, купюра 100 рублей, да? С обратной стороны ничего нету, да? Вот, я повернусь и буду показывать на камеру и вам. Давайте. Поэтому немножко вот так вот, видите, вот. Ничего у меня нет, в руках ничего нету, вот. Смотрите, я складываю купюру пополам, еще раз пополам и дую. У меня тут в руках ничего нету. Здесь тоже. Пожалуйста. Тут ничего нет. Иван, у меня к вам только один вопрос. Да. У вас, наверное, не бывает проблем с деньгами, да? У меня никогда не бывает проблем с деньгами. Я почему-то так и подумала. Ну, так вами бывает. Еще не заинтересовались компетентные органы? Да, дело в том, что я иллюзионист и могу превращать деньги, сколько я захочу. Вот. А на праздники я прихожу просто так для веселья. Иван, а вас, наверное, куда бы вы ни пришли на Новый год, все просят показать что-нибудь, да? Да, действительно так. Это вы не отказываете? Часто. Иногда отказываюсь. Если мне кто-нибудь подходит и говорит, что покажи какой-нибудь фокус, я, конечно, откажусь. Потому что это, во-первых, бесплатно, а во-вторых, я денег хочу. Вот. Нет, ну я, в общем-то, понимаю, да, что вот то, что сейчас сделал Иван, это стоит денег, причем не маленьких. Как минимум 50% отката должно быть. Как минимум 1000 рублей вот, за этот маленький фокус. Вот. Минимум. Я вас поняла. Иван, смотрите, я считаю, что вот вы человек такой профессии, не самый последний человек в праздновании Нового года, потому что на Новый год все ждут чуда, и взрослые, и дети. Дорогие телезрители, я хочу вас поздравить с Новым годом, 2020 годом, годом крысы. Я хочу, чтобы у вас было все хорошо, все было замечательно, и самое главное, верьте в чудеса, и они обязательно произойдут. Спасибо вам, мои дорогие зрители.